Вы видите оперативную съемку задержания троих жителей Ржева, обвиняемых в вымогательстве. То, что случилось во Ржеве, возвращает нас в лихие 90-е. Жертвой вымогателей стала местная предпринимательница. Не так давно женщина открыла во Ржеве кафе. Именно в это кафе пришли трое ранее судимых мужчин и потребовали с хозяйки 100 тысяч рублей первоначального взноса и последующие ежемесячные выплаты. В случае несогласия кафе обещали сжечь. Высказанные угрозы испугали предпринимателя, и она обратилась в полицию. Раскрытие данного преступления, сбор доказательственной базы, позволивший предъявить указанным лицам обвинение в инкриминируемом им преступлении, было осуществлено благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Тверской области и при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии. В региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело по пункту А части 2 статьи 163 Уголовного кодекса «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.